Кришны. Прекрасная Радха, лицо которой подобно луне, видит Кришну, играющего на флейте. «О, Кришна, зачем ты заигрываешь со мной?» — спрашивает она. «Зачем ты тянешь меня за край сари? Зачем обнимаешь, хватаешь за запястье? Зачем разбиваешь кувшин камнем, когда я иду домой, набрав воды? Отпусти меня, брось свои проказы, а не то я пожалуюсь твоей матери, и тогда тебе не сдобровать. Ах, Кришна, зачем ты снова и снова преследуешь меня?» Исполняет Александра Шмелева. Nah.